Привет! Вы на канале «Простые рисунки для детей». Сегодня я покажу, как изменить и сделать шахматного коня. Берем одну сторону, выбираем одну сторону и отсчитываем. Ну вот, например, если тут цветная сторона, а не белая. У меня она цветная, тут белая. Вот. И вот на синей стороне есть один белый треугольник. Потом синий, поворачиваем синий вот там два раза. Теперь я поворачиваю вот этот синий вот вверх. И повторяю такие же похожие движения, пока змейка не закончится. Вот. У меня получилась такая, как змея. Вот она. Такая змея. Теперь я беру кончик, поворачиваю его два раза вверх. Вот уже голова собаки. То есть лошади. Теперь вот есть ухо. И снизу еще есть треугольник. Поворачиваем его. Вот, что получилось вот так. Вот так. Теперь тут под головой собаки есть квадрат из двух треугольников. Под ним есть треугольник. Я его поворачиваю один раз. Вот у меня уже такой конь есть почти. Вот тут есть снизу. То, что снизу тут, поворачиваем на втором треугольнике. И вот у меня вышел шахматный конь. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Всем пока!